Так, ну что, товарищи водители, новый рейс у нас тут начинается с Ньюпорта, с Орегона, пойдем опять на Монтану, уже привычным нам путем, сейчас маршрут составляю, думал пойти по 84-й через Вайоминг с выходом на 25-ю, но что-то мне кажется это далековато. Поэтому решили пойти на 90-ку. Ну, как сюда ехали через Спокейн. Так, сейчас поедем назад. Мы едем уже до Майлз-Сити. На ферму тащим мы дрова. Опять Питер Болт нам дали. 53-футовый. Флатбед, вес у нас 33 тысячи с небольшим фантом. Так, у нас там срочный заказ, но 50 часов тайминга. Ну, в принципе, это по большому счету, сколько там выходит-то у меня, 1145 майлов. Ну, где-то это, наверное, чуть больше суток движения. Сейчас планируем маршрутик и будем потихонечку выдвигаться. Очередной рейс. Дальнобой продолжается.